Памятник пограничникам будет дополнен информационными стендами. В день субботника глава округа, как и обещал, на личном приеме встретился с ветераном пограничных войск Евгением Калитвинцевым в сквере на улице Володарского. В прошлом году здесь открыли памятник пограничникам. Бывшие военнослужащие предложили дополнить постамент информационными стендами. В границах вот этого большого квадрата, да? Это мы не меняем, это мы оставляем границу, ну, как бордюр, чтобы его не ковер. Не, я просто смотрю, ну, цоколь не цоколь, как правильно сказать, да, но вот... Я вижу, что не доделали, да. Ну, в прошлом году мы не успели. К 28 мая запланированные работы реально завершить, территорию сквера благоустроить, посадить цветы и в день пограничника провести у памятника торжественное мероприятие.